Здравствуйте, в эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Рабочая поездка акима области Нурмухамбета Абдибекова в Жезказганский регион. Медовые сладости в Караганде. Летняя спартакиада выявила лучших боксеров среди школьников и учащихся колледжей Казахстана. Комплексный план развития придаст новый импульс всем сферам жизни Жезказгана, Сатпаева и Улы-Таусского района. Об этом заявил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в ходе первой рабочей поездки по регионам. Плавно открывается древняя земля Сарыарки. Целью поездки было знакомство с ходом реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улы-Таусского района на 2012-2020 годы. Как известно, этим планом предусмотрено расширение минерально-сырьевой базы корпорации «Казахмыс», развитие малого и среднего бизнеса, строительство жилья и объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, природопользования и охраны окружающей среды, развитие сельских территорий. В программу поездки входило посещение Южно-Жезказганского рудника, который является структурным подразделением производственного объединения «Жезказганцветмет», филиала ТОО «Корпорация Казахмыс». Глава региона ознакомился с производственной деятельностью этого горнорудного предприятия, а затем совершил спуск в шахту. В 2013 году в состав Южно-Жезказганского рудника вошел рудник «Степной», и сейчас он включает в себя шахты номер 65 БИС, 45, 67. Суточный план по добыче руды составляет 22 800 тонн и 148 тонн меди. Здесь работает около 2200 человек. Кроме того, аким области осмотрел населенные пункты Весовая, Крестовский и геолого-разведочный пункт поселка Жезказган. Особое внимание он уделил строящемуся дому в городе Сатпаеве для переселяемых жителей поселка Жезказган. Дом включает 35 квартир общей площадью 2150 квадратных метров. Стоимость строительства составляет 172 миллиона тенге. Планируется, что первые семьи переселятся сюда в августе нынешнего года. Рабочая поездка продолжилась встречей акима области с общественностью города Жезказгана. Нурмухамбет Абдибеков поздравил участников встречи с наступающим праздником Днем Астаны, а затем ответил на вопросы, которые в частности касались строительства теплоэлектростанции в городе Жезказгане, реконструкции Айдосского водовода, государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На эти и другие вопросы аким области дал исчерпывающие ответы. После встречи с общественностью аким области побывал на медиплавильном заводе ТО «Казахмыс Смелтинг». До остановки на реконструкцию завод производил катодную медь, серную кислоту, свинцовую пыль и медный купорос. В настоящее время здесь разработан проект новой технологии переработки труднообогатимых руд из низкосортного сырья Жезказганского региона. Глава области посетил Жезказганскую ТЭЦ ТО «Казахмыс Энерджи» и ознакомился с ходом подготовки этого энергетического предприятия к предстоящему отопительному сезону. Данный вопрос на сегодняшний день является одним из самых актуальных в каждом регионе. Еще одним объектом посещения стало ТО «Кастехфильтр», где планируется наладить выпуск воздушных, топливных и масляных фильтров для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники. Стоимость этого проекта 463,7 миллиона тенге. Продукцию планируется поставлять в регионы Казахстана, в Россию и Узбекистан. О завершении поездки аким области провел совещание актива по социально-экономическому развитию городов Жезказган, Сатпаев и Улы-Таусского района. С отчетом об итогах работы за 5 месяцев выступили акимы названных регионов. Также была заслушана информация генерального директора ТО «Корпорация Казахмыс» Бахтияра Крыкпышева о перспективах развития этого системообразующего предприятия. В целях восполнения минерально-сырьевой базы Жезказганского региона здесь осуществляется ряд важных проектов, которые значительно продлят срок эксплуатации месторождений. Кроме того, при поддержке научно-исследовательских институтов СНГ на Жезказганском мельзаводе будет внедрена новая технология получения катодной меди. Она менее затратная и позволит значительно снизить себестоимость готовой продукции. Опытно-промышленный участок подобной технологии будет запущен на заводе в следующем году. По итогам совещания аким области поставила ряд задач и прежде всего по качественному исполнению мероприятий, предусмотренных комплексным планом социально-экономического развития Жезказганского региона, а также диверсификации экономики, реализации проектов карты индустриализации, развитию малого и среднего бизнеса, сдерживанию цен на продукты питания, исполнению доходной и расходной части бюджета. Жезказган – это особый регион, регион больших возможностей, подчеркнул Абдибеков. И комплексный план развития, включающий в себя целый комплекс мер, несомненно придаст ему новый импульс как в экономическом, так и социальном плане. Принятие данного плана является выражением особой заботы главы государства, который дает нам большие перспективы.
Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Galvin выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Уже пятый год бывший работник Абайской шахты судится с ArcelorMittal Цимертау. С 1999 года инвалидам-регрессникам должны были делать перерасчет заработной платы. Это предусмотрено постановлением Верховного суда. Но работодатели не хотят исполнять наше законодательство. Ни прокуратура, ни судебные власти не хотят реагировать на проблему пенсионера-инвалида. После 2011 года горняки добились своего в судах, перерасчеты начали делать. Но задолженность, которая образовалась в течение десятка лет, никто погашать не хочет. Руководство пунктом 1, статьи 358 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан, апелляционно-судебная коллегия постановила решение Абайского районного суда Карагандинской области от 30 мая 2014 года по данному делу оставить без изменения апелляционную жалобу Иса Ландина без удовлетворения. На протяжении многих лет честные труженики не получают выплаты за полученные травмы в полном объеме. Кто, если не прокуратура и судебная власть, сможет помочь нашим работникам? После проведенной апелляционной судебной инстанции мы, конечно, шокированы, потому что наше законодательство 99 года предусматривало увеличение заработных плат. То есть это постановление номер 9 Верховного суда, это Гражданский кодекс, статья 938, пункт 5, статья 937. На бумаге законы существуют, но исполнительная власть, суды и прокуратура Карагандинской области не хотят использовать и применять данные законодательства. Игнорируются они, начиная с районного суда и кончая кассационным. Но мы знаем, что мы правы, закон на нашей стороне. И мы будем добиваться, надо будет, будем в международные суды обращаться. Мы убеждены на все 100%, что мы правы. И это доказываем постоянно. Но почему-то исполнительные органы не хотят исполнять эти законы. Будем бороться дальше. Докажем все-таки. После судебного заседания и истец, и доверенное лицо были подавлены. Неужели справедливость не восторжествует? Как-то странно получается. Закон на их стороне, а исполнять его никто не хочет. Закон есть закон. И все граждане, несмотря на ранги и чины, должны исполнять наше законодательство. Лариса Хусаинова, Олжас Габасов, Искандер Капубаев, Первый, Карагандинский. Любителям сладкого в Караганде раздолье. В спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова открылась выставка «Продажа меда». Это не только вкусно, но и полезно. 30 сортов меда из Российской Федерации. Вам какого меда? Очень простой вопрос и очень непростой ответ. Попробуйте найти самый вкусный, полезный продукт среди этого разнообразия. Мед алтайский.
мед башкирский, дальневосточный, мед с прополисом от кашля, от головной боли, для женщин, для мужчин. Писали очень много видов. Вот, например, мед с маточным молочком. Подойдет тем, у кого давление мучает, то есть повышенное понижает, пониженное повышает. Также прекрасно подходит для женщин в период беременности и кормления малышей. То есть это считается женским медом. Также и вяжка мед с прополисом. Именно при болезнях верхних дыхательных путей и желудочных болезнях. То есть очень сильный мед. Есть мед и для маленьких. Также вариант вот липа. После 3 лет самый лучший липа. Детям, если простуда или что-то, то самый лучший вариант липа. Если попал на выставку, то без покупки не уйдешь. Тем более, что за 2 килограмма продукции, купленной здесь, вам дадут 1 килограмм дополнительно и совершенно бесплатно. А вы можете купить себе еще и конфитюры из самых различных ягод. Это не безликая джемовая масса. В конфитюрах присутствуют полноценные ягоды, их можно ощутить. Эта продукция подходит даже диабетикам. Ну а тем, кто специально едет в Турцию за восточными сладостями, советуем не торопиться. На выставке продажи их тоже великое множество, а качество не могут определить сами турки. Приходи, пробуй, покупай. Сделай свою жизнь слаще. Выставка продажа меда в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова работает до 13 июля с 9 до 19 часов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Окна «Артек» – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна «Артек» – ваше спокойствие на долгие годы. «Артек» – окна для жизни. С 25 по 30 июня текущего года в городе Таразе прошла 2-я летняя республиканская спартакиада по боксу среди учащихся школ и колледжей страны. Карагандинская область на этих престижных соревнованиях заняла 4-е общекомандное место. Ну а наши боксеры вернулись с призовыми местами. В соревнованиях по боксу участвовало более 200 спортсменов из всех городов страны. Все они серьезно готовились и умели показать высокое мастерство. В женском боксе честь Карагандинской области защищали 8 девушек. Юная, но уже признанная мастером по боксу Аида Абикеева заняла на соревнованиях 1-е место. «Для меня это большая честь», – говорит спортсменка. Я заняла 1-е место. Провела 2 боя. Первый бой был с Таразом. Бой был сложным. Второй был, финал был с Шымкентом. В первом раунде победила. В прошлом году девушка принимала участие на чемпионате мира по боксу и стала обладательницей 1-го места. Она не единственная наша победительница 2-й летней спартакиады. Жансая Каримова удостоилась почетного 2-го места. Ну а Асыл Аскарова и Айдана Калыбаева стали обладателями 3-го места. По словам тренеров, эти девушки отдают все свои силы и терпение, чтобы с гордостью защищать честь Карагандинской области. Считаем успешным, потому что там участвовало более 200 спортсменов. Более 200 спортсменок из Казахстана, всего это там. И мы считаем, это для Караганды это вполне хороший результат. В октябре этого года пройдет чемпионат мира по боксу. У карагандинских спортсменов должна быть хорошая подготовка. 2 месяца девушки будут отдыхать и набираться сил, чтобы вновь оказаться на вершине победы. Гульнур Жакен, Айдын Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. С 1 по 8 июля в Караганде проходит 7-я казахстанская спартакиада школьников по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных регионов страны. Болельщики и любители настольного тенниса собрались в спортивном комплексе «Жастар». В этом году спартакиада проводится в 7-й раз. Впервые эти соревнования проходили в городе Кустанай в 2000 году. Они проводятся по 45 видам спорта. На этот раз участники показали свои способности по настольному теннису. Соревноваться за призовые места собрались лучшие молодые теннисисты Казахстана. Спартакиада проводится по 45 видам спорта. В нашем виде спорта лидирующие позиции у девушек город Караганда, Южно-Казахстанская область, город Астана. У юношей 4 команды равные идут. Мы надеемся, что наш вид спорта внесет свою лепту в общекомандный зачет спартакиады.
В 2012 году команда из города Шымкент завоевала первое место. И на этот раз теннисисты из Южного Казахстана приехали показать свое высокое мастерство. Мы представляем город Шымкент, принимаем участие не первый год. Каждый раз на соревнованиях мы завоевываем призовые места. Сегодня от нас участвуют 4 игрока, надеемся на победу. Настольный теннис является одной из самых популярных игр во всем мире. Этим видом спорта сегодня профессионально занимаются во всех городах. Данный вид спорта – это отличный способ хорошей тренировки, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Для тенниса нет ограничений по возрасту, особенно молодежь все больше увлекается настольным теннисом. Финальную встречу мы играем с командой Южно-Казахстанской области. Сейчас пока ведем, надеемся выиграть и планируем выиграть общекомандное. В финальном поединке теннисисты из городов Караганды и Шымкент соревновались между собой. В итоге карагандинские спортсмены оказались лучшими. Спартакиада пройдет и в следующем году. И судьи вновь будут выбирать самые сильные команды по Казахстану. Стоит серьезно готовиться. Гульнур Жакен, Айдын Жаканбахтияр Успанов, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти генерал-майора полиции Нурлана Рахимберлина. День рождения генерал-майора работники госслужбы провели турнир по мини-футболу. Данное мероприятие проводится второй раз. В будущем планируется также проводить турниры, но уже с участием больших команд. Сегодня, 4 июля, проводим турнир среди силовых структур по мини-футболу, посвященный памяти генерал-майора полиции Рахимберлина Нурлана Армича. То есть данный турнир является в честь памяти Рахимберлина Нурлана Армича. Здесь в турнире участвует 10 команд, количество участников 100 человек. Целью данного мероприятия является популяризация спорта среди сотрудников правоохранительных органов. Работники госорганов не только следят за порядком в стране, также они активно занимаются спортом не хуже наших профессионалов. Лариса Хусаинова, Олжас Габасов, Искандер Капабаев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных. Аман сау болыңыздар.